Людмила Петровна работает в комитете самоорганизации населения. Жители микрорайона Западный мечтают стать победителями нового конкурса «Цветущий город». А мастер-классы нам в этом помогут, говорит общественница. Вы знаете, стимул идет большой для людей, и все как бы смотрят, а вот того он как сделал, надо нам получше. Хочет стать лучшим и Саша. Благодаря мастер-классам мальчик вместе с бабушкой мечтает сделать самый красивый палисадник в городе. Какие бывают еще красивые цветы? Может, там будет вот еще лучше? Екатерина – победитель 2017 года в номинации «Цветущий балкон». Флористика – это отдых для души, это хобби, которое я постоянно развиваю, говорит девушка. Получить какой-то опыт, может, я чего-то не знаю, не умею, покажут, подскажут, что-нибудь интересное, новое узнать. Сегодня к нашему движению присоединились и представители КСНов. Это наши проводники, говорят специалисты зеленого центра «Мединвест». Большой интерес мариупольцев к получению новых знаний здесь всегда готовы поддержать. Для того, чтобы подготовиться к Новому году, провести мастер-класс, подсказать им новые возможности, которые у них есть, мы очень ценим инициативу наших жителей и особенно тех людей, которые умеют и делают наш город красивым, украшая их цветами. В новом году номинаций в конкурсе «Цветущий город» станет больше, обещают организаторы. Мы хотим посмотреть на инициативность наших жителей в организации субботников по благоустройству своих придомовых территорий. И вот победители таких мероприятий, где массово будут участвовать жители, приобретут целые комплекты посадочного материала. Участникам тренинга подарили не только новые знания, но и новый посадочный материал. Елена Гнездилова, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».